Поздравляю библиотеку Пушкина с ее 125-летним юбилеем. Желаю вам процветания, новых писателей, обязательно пополнение читательных залов, книг, чтобы прибавлялись. И чтобы у читателей самих находилось время их читать обязательно. С праздником вас! 125 лет – это, конечно, огромнейшая дата, огромное достижение. Искренне хотелось бы поздравить библиотеку имени Пушкина с этой большой датой, чтобы как раньше, как в дальнейшем, чтобы пользовалась только успехом. Всего хорошего и всех благ. Поздравляю библиотеку имени Пушкина с 125-летием. Очень много интересных проектов в библиотеке всегда было, дальнейших интересных планов. Пусть читатели не забывают этот дом и его теплые стены. Поздравляю библиотеку имени Пушкина со 125-летием, с юбилеем. Хочу выразить огромную благодарность за мероприятия, те, которые они проводят. Я в библиотеке Пушкина довольно-таки частый гость, хоть и не постоянный, но частый. И спасибо за радушный прием всегда.